знал, что мы с Соловьем в КС перешли? Да, я вижу. Больше Радугу не играем. Вы не тренете больше вообще Радугу? Да, все. Конец карьеры. Нас это в Нави берут. В состав по КС? Да. У них 2 минуты трапа, надо их сломать. 2 минуты трапа надо сломать. Надо сломать 2 мастер-камеры. И 2 ходовых. Убил моя спина. Ты форт дает мне. Это спина, по-моему, нет? Я как раз убил белую. Доски по ней. Доски у вас, доски. Белый убегает, белый убегает, белый. Я гис подвел. Он слева вроде, слева. Да, хорош. Ты как убили? Убил, убил. Пески. Хорош. Блин. Умница. Он платит, платит. Душите его. Да, это хорош. Найс, хорош. Хорош, блядь. Нет, не зашел. Сейчас заходить будет. Титаник оба, Титаник оба. Один другой. Нет, за бомбой. Оба, стоит. Оба там. Один Титаник. Убили. Счет за бомбой ставит, за бомбой. Дальше. Здесь битмарк. На! Вот они, трипоинты. Вот они и были тогда. Вот так и должно было быть тогда. Ты понимаешь, Витя? Вот так и должно было быть. Это ты. Да мне повезло. Да нам повезло. Повезло. 7-2. Ну, не стой на кинь. Если бы 7-0 было. Блин, я в конце так переживал, что я сейчас прибегу, я там бежал как сумасшедший. Я уже был на дырках сверху, Шепард. И я вижу, что там слэш не сделал вертикалку нормально. И я смотрю, а у меня нет дырок на плейтера. Я просто... Нет! А там просто раньше слэдж прям у меня над люком стоял. Мне кажется, там кто-то сказал, что я когда, ну, сидел, когда вот ты просто взял, я слышу какие-то крики, оры просто. Я думаю, что там происходит? Там ход ног кому-то отрубило просто. Не смогли поднять. Жестко шороха навел. Когда я в окно прыгнул? Не, по-моему... Нет, ты сначала пошел, типа, люк пробил в пиано, туда сишку выкинул, промазал, да, очевидно, стянул. Да, потом да, что-то пошел вниз, пострелял в гаражку. Да я там вообще бегал по всей карте. Еще кто убил, еще я что-то... Я их пытался закольцевать. Что-то там еще и там. По всей карте просто водил. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Team Empire, Максони, Джойстик, еще пацаны тут рядом. Начали как будто в 2010-м видосы на YouTube-канал по Майнкрафту записываем. Отлично, отличный комментарий, спасибо, Джойстик. Сегодня мы с тобой зайдем в анранки Rainbow Six Siege и сыграем. Что за игра? Rainbow Six. Ладно. И посмотрим, кто наберет больше фрагов, ты против? Ну, пока этих лохов там нет. Я больше наберу, понимаешь? Я ближе сижу к монитору, я прям, ну, прям в него буду смотреть. Но вы еще не видите просто, что за моник там будет. Оп, оп. Оп. Не, конечно, технолог из меня какой-то хуёвый. Очень плохо, Максон. Да я только что на нем в доту играл, сегодня не получается. В доту играл? Да, потренируюсь там, то-сё. Пиздец, пиздец. 700 FPS, нормально? 700? Живем? Так мне же надо будет с наушниками играть. Да, пожалуйста. Я же, ну, ни звуков не услышу. Ебать, стрёмное ощущение. Не, нормально. Есть только одна проблемка, что здесь 60 FPS. Да. Ну, 60 Гц. Да. Типа, если вы увидите, что у вас там 1.5 человека, все нахуй, стопудово, бегусь. А можете в 4 секунд 10 посидеть, начало раунда где-то в ебнях. Забайтите сразу обратно. Убил. Стой. Сироки. Блядь, сироки двое там. Стой. Он за бомбой. Убил его за бомбой, чуть меня. Понятнее, человек. И форс ниже кухни. Внышь, за столом. Один голодный. Его убили. Я славил за матрас. Один снизу был, молиться будет. Ванна. Лот ванна. Хорошо! Убил этот ГД! Снизу сишку снял! Мне с тем кухней журнал не понял. Молись, Саня, молись, снизу бар щел. Еще бар была милуси. А где снизу был? Джим. Вас снизу здесь, милиси! Хорош! Лучше овощ! Вот, а мне Серега покнал термит. Хорошо, кнал. Ставь. На пробеле висит. Пропил. Пойдем, пропили ставил. Да, пропили ставил. Это.
Блять, парни, какой-то кипиш у нас просто нереальный. У нас любая позиция, все пиздец, мы сидим, теряемся, нихуя не знаем, что делать. Скутер, у тебя вся стена разъебана, ты стоишь под ней на попы. Подвал или? Подвал можем еще раз. Давай. Только поактивнее, не стойте как мухи, блять. Просто стоите и все. Вы ждете, когда вас придут, убьют нахуй. Ну давайте, собрались, парни. Короче, нельзя сидеть, надо просто... Надо боковать, да? Идти. Мы нихуя не делаем. Потому что они без пропила просто в две двери нахуй заходят. Меня спойте откроют. Убил с ножа. Я за окном мира стал, констракшн. У меня двое дошли. Котлок убил. Хорошо. Один в костероках уже. Лас сирокак был. Найс. Хорошо. Блин, я перебил, все так, но сироков сидит в углу. Ставит. Сироки под этими, блядь. Красный пуш с ротейт с пистолетом. Ты один. Красный ротейт с пистолетом. Один снизу. Он под сотом уровень, не? Да. Режь. Хорош. Лучше, блять. Лучше, Шепард. Один мотолюка, мотолюка, нет, не упал. Мотолюк один чел, София. Один мото упал, мото упал, мото, знаешь, мото, знаешь, мото. Можно пушить мото. Мото зашел, мото, 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 мото. Убил мото, мото. Че, молиться, прошу, тройка, 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 план, тройка. План, тройка. Мото зашел, будет ставить двери соды, будет ставить двери соды. Черным ставить, ставить, ставить. Черным один молиться, черный. Синька вроде. НТ. Блять, я сыгрывался на то, что, блять, там уже разбили люк, не проебался. Это был самый худший клуб, по-моему, который мы когда-то играли, нахуй. У тебя на катвалке что там, блять, скотчем прилепили? Что, тебя... мы договорились, что я суицидник. Тебе открыли, нет, тебе открыли уголок, блять, тебе открывают, нахуй, серваки, блять, тебе, нахуй, кидают флешки, и ты один, блять, сидишь, ждешь, когда тебя уже закинут, хае, блять. Нахуя ты, не дропнись ты вниз, блять. Первые два раунда это вообще пиздец, вы как эти, просто, чё, ебать, о, тут нахуй тоннель софтовый, чё делать будем? Ну давайте две минуты просто ничего не поделаем, а потом, ну уже времени нету. Ну так надо по ситуации, шеф, волос, ты всё не натренируешь в мире, все ситуации, ну их невозможно, блядь, повторить. Ну просто взять те же праки, Данила, тебя начинают щемить, ты уходишь под лангу и просто себе смотришь лангу на попу. Да, я так и сделал просто из-за того, что я трясусь, как у**ок дырявый, блять. Я отбежал, потом вернулся на хаешку, отбежал, уперся в стенку и сдох. Не, это я помню, как ты взорвался. Не знаю, просто, блять, не могу вообще собраться. Просто я чувствую, что все на панике и сам в панике нереально, блять. Когда на меня челы выходят, просто отдергиваюсь от того, что нервничаю, сижу. А почему она быстро у тебя альтабается? Да я ебу. У меня тоже быстро альтабается. Я тоже быстро. У меня нет, у меня черный быстро. Экран долго. Я может у тебя... Ты типа нажимаешь, она только хуяки потом. Так у тебя в одной стоит сезон? У меня не развернуть, у меня на весь экран. Ты что ты меня снимаешь, блядь? Да. А я снимаю людей, у которых мало FPS. Но я не умывался. Коху ты не умывался? Потому что я проснулся в 4, блядь. Зачем ты? А, ну как известно. Потому что я лег в 11. Я-то лег в 11 или 12. Потому что я катался в ебаную хуя, чтобы поговорить. И ждал там час, блядь, чтобы поговорить 10 минут. А почему не лег в 12 ночи? А ты? А я встал, и мне хорошо. Я не встал в 4, я встал в 3. Отлично. И мне отлично. Да не снимай меня, блядь, удаляй. Удаляй! Дай бог ты это... Не, я тоже не понимаю, почему бэчмаки показывают минимально 210, а иногда в игре вот бывает 160-150. Не, ну по идее, они же не просто так Орегон выбрали тестить, или просто так? Просто новая, кажется, новая карта просто и новый матчмарк на этой карте. А нахера они так делают? Им надо тестить на самой худшей карте в мире. Понял. На Орегоне. Так. Значит, все нормально. Один самый. Вот обмен. Убили. Планетера! Нет, не планетера. Найс, хорош. Он пикает. Хорош. Нормально, минута. 50 секунд. Зашел, бил туалет. Найс, хорош. Сломали мутилки. Один пиано, один он себе пропил, по идее. Найс, хорош. Желтая. Один туалет люк, один желтый. Желтый убил. Ласт туалет люк был. Упал. Найс, лучший парень. Хорош жестик. Балкон. Найс. Подвал дроне. Трубы чисто. Желтый столб чисто. Все еще стоит. Я пошел. Ягер убил снизу. Он над люком может быть. Убил пока, я бы нам поднимаюсь. Он на желтый, сода, желтый. Найс, хорош. Я поставил. Только я не соскал этот человек, не представляете. Я его спирал. Найс. Желтый убил. Найс. И желтый. Один виза вверх. Выбег желтый.
Один по визе вверх. Ласт желтый выбегал. Хорош. Хорош. Митинг лонгдеск. Пори, блять. Митинг. Где снежик? Пори стал с дробашом. Гана. Лонгдеск. Он ват. Лонгдеск что? НТ. Ну вы еще что-то придумали не туда вниз идти. Ты куда, джойстик, пошел-то? Я на желтый сел, зигу контроль. А зачем? Подумал, что чел будет выпрыгивать зигу, и что они вдвоем зигу будут выпрыгивать. А куда они выпрыгивать-то будут? На что? Меня, блядь, я репалился, вот желтый. Типа нам все, что надо для плента сделать, это щит снять на ландеске. И челов из-под пиано, ну, в пиано отогнать, просто окно открыть или желтый зайти снизу, и все.